Уже родился первый ребенок, дочь Ольга, но у хозяев должен быть наследник, сын. Русский престол передается только по мужской линии, а царица каждые 2 года рожает по дочке, 4 подряд. Запись в дневнике сестры царя, великой княгини Ксении. 5 июня 1901 года. Какое разочарование! 4-я девочка. 10 лет терзаний и без того мнительной императрицы. Она все не может выполнить своего главного долга – подарить России царевича. При дворе перебывало множество чудотворцев, пока государи не прослышали. Был такой старец Серафим, в миру Прохор Мошнин, который предрек их будущее царствие и свое прославление. Николай и Александра едут в Нижегородскую губернию, в Саровский монастырь, где монашествовал Серафим. Августа по новому стилю. В Сарове и окрестностях ежегодный праздник. В этот день в 1903 году канонизировали монаха Серафима. Раку, гробницу для мощей святого, делают на царские деньги. Неся ее, Николай 3 обходит собор. Вместе с императором и императрицей на торжествах собралось больше 150 тысяч человек. Синод был против, но государь не только хозяин земли, но и хранитель веры. Серафима Саровского причисляют к лику святых, а торжества в Нижегородской губернии являют единение царя и народа. Купальня Серафимовского источника. Сюда идут за исцелением от любых болезней, от глухоты до бесплодия. Императрица купается в источнике, моля Бога о наследнике. 3 в Сарове проводят в молитвах государь и государыня. Преподобный Серафим объявлен покровителем царской семьи, его портрет в кабинете царя. Через год родился, наконец, наследник. Как тут не уверовать в чудо? Николай II. Императрица и я решили дать наследнику имя Алексей. Надо же как-то нарушить эту череду Александров и Николаев. Великих княжон называли по первым буквам имен. Отма, Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия. Теперь царские дети – Отма плюс Алексей.